По результатам голосования на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению из 4 кандидатур в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска были включены следующие кандидатуры. Зыков Виктор Константинович, Мачехин Сергей Михайлович, Вавилова Ирина Владимировна. Комиссии проект рассмотрен, одобрен. Предложение комиссии вынести вопрос на рассмотрение сессии. Какие еще будут предложения по кандидатурам в состав конкурсной комиссии? Я бы хотел, чтобы меня исключили из состава, потому что в январе месяце я, к сожалению, не смогу работать в комиссии по выбору города. Предлагаю вместо себя Антона Васильевича Буранова. Так, коллеги, какие еще будут предложения по кандидатурам? Поступило предложение вместо Мачехина Буранова. Еще какие предложения будут? Пожалуйста. Кузнецова Дмитрий Сергеевич. Кузнецова Дмитрий Сергеевич. Еще какие предложения будут? Тогда переходим к голосованию по каждой предложенной кандидатуре из 4 человек. Начинаем голосование. Кандидатура Зыкова Виктора Константиновича. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 15 депутатов. Кандидатура Вавилова Ирины Владимировны. Прошу голосовать. «19 за, 3 против». Решение принято. Кандидатура Кузнецова Дмитрия Сергеевича. «За 6, 15 против, 1 воздержался». И за кандидатуру Куранова. За кандидатуру Куранова Антона Васильевича. Прошу голосовать. «За 19, против 2, 1 воздержался». 3 человека будут входить в состав конкурсной комиссии. Это Вавилова Ирина Владимировна, Зыков Виктор Константинович и Куранов Антон Васильевич.